Вот какая милая открытка попалась мне в антикварном магазине. Я прочитала надпись внизу «Туман, осень». Сначала я подумала, что это название картины, но оказалось, что «Туман» — это фамилия художника, немецкого художника XIX века Пауля Тумана, который сделал множество иллюстраций к книгам, в том числе книгам Гёте. Это портрет художника, а это его работы. Наверняка какие-то из них вы встречали, возможно, в книгах или на открытках. Я, например, встречала вот такую старинную открытку, которая называется «Три парки». Каждая из них символизирует возраст женщины, ее юность, зрелость и старость. Вот эта открытка в цвете. И среди иллюстраций я нашла и открытку, которая встретилась мне в антикварном магазине. Вот она в цвете. Когда я пришла домой, я прочитала то, что написано на обратной стороне этой старинной открытки. Здравствуйте, милая Маруся! Приветствую вас и вашу сестренку 1000 раз и шлю самые лучшие пожелания. Вы, вероятно, давно меня и забыли, а сами, кажется, обещали написать, как доехали домой. Капитан завтра уезжает на фронт, а я прибуду, вероятно, еще дней порядочно. На той неделе перехожу в Красный Крест на лечение электричеством. Пишите, скоро ли думаете повидать Самару? Что поделываете? Как проводите время? А мне страшно надоело здесь в Самаре жить. Не знаю, дойдет ли только моя открытка. Пока. Всего наилучшего. Будьте здоровы. Приезжайте. Подпись неразборчива. Самара, 5 октября 1917 года. Вот такое письмо из прошлого века.